Привет, народ! Я знаю, что никто не ждал этого, но вышел новый трейлер «Темного Феникса», надо посмотреть, что там за говно сняли. Я знаю, что никто не ждет этот фильм, я знаю, но давайте посмотрим. Когда я теряю контроль, происходит несчастье. Но ощущение супер. Дамы и господа НАСА, это Чарльз. Это диалоги, Сергей. Типа, такие помощь крутые. Космическое задание? Круто. Забираем астронавтов и возвращаем домой. Ой, это что, фантастическая четверка? Температура быстро ну да. Растет. Надо улетать. Где Джин? Где она? Джин! Жесть. Прикол. Она могла погибнуть. Слышала, как дети тебя называют? Феникс. Жесть. Вау. Привет, Джин. Кто ты? Лучше спросить, кто ты? Со мной что-то не так. Когда я теряю контроль, происходит несчастье. Диалоги века. Но ощущение супер. Бля, вот. Это сила. Пиздец. Уничтожала. Это что-то на уровне «ты хорошо пахнешь». Так было до тебя. Ты пугаешь людей, Икс. А то, что их пугает, они стремятся уничтожить. Хватит! Она убьет нас. Хуя графика. Она умирает. Она все еще наш друг. Новый век технологий. Это больше не та, Джим. Угрожаешь мне? Угадала. Это плохая идея. Джин! Люди Икс, Темный Феникс. Похуй. Весь фильм показали в трейлере. Ну ничего, это нормально, это бывает. Даже пересматривать не буду, просто нахуй. Ну что ж, ребят, я посмотрел трейлер «Люди Икс», «Темный Феникс». Когда я использую свои силы, я причиняю людям вред, но ощущение супер. Просто... Один диалог, и про качество фильма можно уже больше не говорить. Все понятно. Все понятно. Я не знаю, что тут сказать. Это какой-то трэш будет, наверное, на уровне Капитана Марвел. На уровне говна, блядь. Никто не ждет фильм. Если вы ждете фильм, я не знаю, кто вы. Как бы «Апокалипсис» был вот так, среднячком на 6 из 10. На 6 из 10 был среднячком вообще полным. После Логана нужно было дропать киновселенную, я считаю. Лучше Логана и «Дни минувшего будущего» они уже снять бы никогда ничего не смогли. Контент исчерпан, к сожалению, по «Людям Икс», по идее. Вот, сняли «Темный Феникс», пересняли «Люди Икс 3». Молодцы. Молодцы так держать. Мне больше нравятся люди, которые говорят, что вселенная Люди Икс в 1000 раз лучше, чем КВМ. Хотя это не так, потому что первая трилогия объективно изжила свое, невозможно смотреть сейчас. То есть первые Люди Икс, две части на 7 из 10, вот первые две прям. И мы недавно пересматривали, пиздец, сон. Третья часть там 4-5 из 10. Росомаха, начало 4 из 10. Кто там еще был? Потом первый класс, ну на 8. «Дни минувшего будущего» на 9. Логан на 9-10. Росомаха бессмертный на 6 примерно. Дэдпул первый на 7. Дэдпул второй на 8. Апокалипсис на 6. И то есть по сути только из всех этих фильмов, прям вот крепкие, хорошие, это только 3. Первый класс, нет, 4. Первый класс, Дэдпул 2, Логан и «Дни минувшего будущего». А все остальное это больше половины.
Хотя фильмов и не так много, понимаете. Вот, короче, всего 11 фильмов, из них 4 норм. Остальные 7. Вот так. Ну так. И сейчас будет вот это вот. Кому? Для кого это снимали? Для чего? Для кого? Для чего? Почему? К сожалению, ответы на эти вопросы мы не узнаем. Ну что поделаешь. Ладно, я не знаю, что еще сказать. Мне максимально. Ну, вы уже все поняли. Ладно, давайте. С вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, что вы думаете по поводу вот этого трейлера. Пока!